Приятно вас видеть. Я всегда рад бывать в России. Моя судьба связана и с Россией, и с моей малой родиной, Северным Кавказом. Я всегда в своих интервью подчеркиваю, что я лицо кавказской национальности. Я очень горжусь тем, что я принадлежу к этому малочисленному, но очень талантливому, очень интересному народу с колоссальной историей. И сегодня я занят тем, что на Северном Кавказе я пытаюсь организовать образовательные центры, и с другой стороны я стараюсь, так сказать, на сегодняшний день организовать кое-какие те площадки в западном мире, где мы будем показывать молодых, талантливых и немолодых, конечно, художников, скульпторов, для того, чтобы слово «Кавказ» не ассоциировалось со словом «террор». И я хочу, конечно, работать над тем, как это говорится, делать имидж Кавказа более значимым, ну и самое главное, правдивым. То есть это талантливый, интереснейший народ. То же самое, так сказать, проходит и происходит с моей русской программой. Потому что если говорить сегодня о том, что мы из себя являем в западном мире или в американском, в плане балета, ну, как в той песне нашей девушки в балете «Аж впереди планеты всей», правда, это относится только к классическому балету, потому что говорить о том, что у нас есть школа современного танца, ее как таковой просто пока не присутствует. Я довольно много проработал лет в Мариинском театре. Сделал там не один балет, не два и не три. Я там поставил «Щелкунчика», который сегодня называется «Шемякинский щелкунчик». Спасибо. Сделал историю «Щелкунчика». Музыку написал замечательный композитор Сергей Михайлович Слонимский. Это называется «Волшебный орех». Хотя называлась «Принцесса Перлипат» сначала, это было наше название вот этого нового балета. Я сам обычно пишу либретто. Вот. Но Гергиев никак не мог запомнить вот слово «Принцесса Перлипат». Он почему-то упрямо говорил, что «Ну а как там твои дела с принцессой Изергиль?» Почему Изергиль? Может быть, в детстве он вспомнил Горького и все. И вот я сколько его не поправлял, наконец он разозлился, сказал, а не сделай что-нибудь попроще? Я говорю, ну вот была волшебная флейта, давай сделаем волшебный орех, потому что разговор идет о знаменитом орехе Крокотуке, который должен был разгрызть и разгрызть Щелкунчик. Вот. И таким образом у нас стал волшебный орех, а Изергиль и принцесса Перлипат ушли в небытие. Поэтому сейчас вернемся к положению того, что мы являем собой, так сказать, в плане эстетическом, в плане людей искусства на международной арене. Вот балет я уже сказал, ну, музыка, конечно, симфоническая, и Гергиев срывает аплодисменты, правда, сейчас в связи с его такими кое-какими политическими или заявлениями, или явной демонстрации своей любви к Владимиру Владимировичу Путину. Его там, так сказать, вообще иногда и пытаются бойкотировать. Но, тем не менее, нормальная публика, конечно, принимает наших музыкантов на ура. Литература переводится тоже. Но, что касается кино, безусловно, вы знаете, что очень много интереса к российскому кино. У нас, слава богу, замечательнейшие режиссеры. Вот мы недавно ужинали, где-то часов 6 провели за столом с Павлом Лунгиным, который, конечно, своим островом меня просто потряс. Вот. Ну и даже то, что Сокуров своим «Фаустом» выиграл одну из престижнейших премий в Венеции, вы знаете, по-моему, этого знаменитого венецианского льва, это уже говорит о том, что нас признают. Вот. Что касается изобразительного искусства, то нас вообще не присутствует. Есть Кабаков,
которому вот сейчас исполнилось 80 лет. У него была большая выставка, которая, в общем-то, провалилась в Гранд-Пале. Но есть Эрик Булатов. В основном это, так сказать, художники, которые занимаются концептуальным искусством. А что касается, ну, просто людей, которые имеют еще наглость рисовать, писать, лепить и прочее, то, конечно, нас, увы, пока нету. Я постоянно в своих интервью говорю, что для меня есть такая незабвенная фраза академика Лихачева, с которым мне выпала честь дружить, который много писал о моем творчестве. И он когда-то сказал, что если у нации отсутствует культура, существование этой нации на планете просто бессмысленно. Понимаете, я бы вот это изречение вешал бы во всех кабинетах российских чиновников. А учитывая то, что сегодня очень модна татуировка, кто только ее сейчас не покрывается, я бы на лбу каждого из них эту фразу бы отгравировал, чтобы они, когда встречаются друг друга, вообще понимали, о чем идет речь, и вспоминали, что да, действительно, что кроме физкультуры вообще, или там, которых мы выписываем, платят бешеные деньги за то, чтобы они прыгали у нас, и чтобы этого, так сказать, вообще не происходило. Ну, еще, так сказать, о чем я хотел бы вам сказать на сегодняшний день. Наверное, будут вопросы, чем я занимаюсь. Я сейчас уже 5 лет занимаюсь очень важной для меня работой и важным исследованием и в области творчества, и в области моих книжных познаний и исторических. Я занимаюсь русскими загадками. А в свое время я купил когда-то в Париже, когда еще жил до своей жизни в Америке, я купил книжку Садовникова, замечательного исследователя русского фольклора. В чем, так сказать, вообще, как говорят у нас на Брайтон-Бич, симус данного проекта, как говорят наши остроумные евреи одесские. Вот. Русские загадки очень абсурдны. И они уводят слушателя далеко от разгадки. И, исходя из этого, я делаю рисунок, который еще дальше уводит, так сказать, вообще уже и зрителя от разгадки. И получается вот такое интересное блуждание по такому по мысленному лабиринту. А что же это такое? Теперь к этому лабиринту еще подключается еще изобразительный материал. Вот. И я думаю, что это книга, я думаю, наверное, будет несколько томов, потому что на сегодняшний день я уже сделал 700 рисунков. Вот. И их, наверное, будет под 1000. И идет воскрешение языка также вот в моей работе. Почему я называю это таким русским проектом? Во-первых, те люди, которые будут приобретать эту книгу или сегодня вот посещают мою выставку, они начинают читать разгадку, а разгадка опять является загадкой, потому что мы не знаем, что это такое. Значит, это как раз вот я выполняю такую довольно важную миссию, потому что мы начинаем вспоминать, потому что сейчас ведь на сегодняшний день мы не пользуемся ни светцами, вот, это держатели для лучины. И масса вещей ушло из нашего сознания, из нашего быта. А здесь мы начинаем рассматривать и вспоминать, а как же жил русский мужик, чем он пользовался. И великолепное воскрешение богатейшего языка, который мы забыли. Здравствуйте. Скажите о вашем отце, о фамилии Шемякин, о древнем роде Кардановых, к которому, кстати, относятся и такие люди, как Юрий Тимирканов и Карден. Да, спасибо. У меня была такая очень странная история с Юрием Тимиркановым, потому что он приезжал часто довольно на гастроли в Нью-Йорк. И мне все время говорили, звонили, говорили, что ваш брат разыскивает вас. И я говорю, а какой брат? Ну, вот знаменитый дирижер Тимирканов. И я не мог понять вообще, потому что я никакого отношения к роду Тимирканову не имею. Потому что моя родовая фамилия, фамилия моего отца – это Карданов. Вот.
И однажды уже в России я пришел к нему за кулисы и сказал, в конце концов, я говорю, я хочу узнать, каким образом вообще я являюсь вашим братом и почему вы меня разыскивали. Он пошел ко мне на встречу с объятиями, сказал, да, вы действительно мой брат, потому что моя мама всегда говорила, разыщи сына полковника Шемякина, вот, потому что полковник Шемякин, настоящая его фамилия Карданов, а это мой двоюродный брат. Потому что мама Тимирканова Карданова. Вот таким образом, значит, когда мы сейчас с Сарой, моей супругой, приходим к нему иногда, посещаем за кулисы, он всегда говорит, родня пришла, родня пришла. Вот. А почему, так сказать, я подписываю часто Шемякин-Карданов? Потому что я никогда, так сказать, не отказывался от своей родовой фамилии. Вот. Ну, так уж получилось, что в историю живописи, в историю, так сказать, вообще выставок и диссидентского движения от искусства я вошел с фамилией Шемякин. Поэтому я пишу двойную фамилию, подпись. Мой отец родился на Кавказе Северном, его фамилия родовая Карданов. И во время революции его родители были убиты. Его на Хитровом рынке, когда стали бить, мой отец занимался мелким воровством, потому что он был, ну, фактически беспризорником. Он добрался, знаете, как раньше дети в таких ящиках под вагонами ехали. Он приехал в Москву, зарабатывал тем, что он танцевал лезгинку и кабардинку в лохмотьях и воровал хлеб. И однажды, когда он попался, его стали бить, мальчишку, и за него заступился один из офицер, который, когда с ним разговорился, выяснилось, что он был друг его отца. Это был Петр Шемякин, который его усыновил, дал ему свое имя, вот, Михаил. Но, к сожалению, получилось так, что у отца случилась очередная трагедия. Этот белый офицер, белогвардеец, был убит красноармейцами. Вы знаете, это было время такое безумное, странное. И получилось так, что отец стал сыном полка. И он вступил в Красную армию. Ему было 9 лет, у меня документы, красноармеец Михаил Петрович Шемякин. 9 лет от роду, уже красноармеец, и уже вступил в кавалерийский отряд. В 13 лет мой отец командовал взводом. И он получил за спасение, в то время еще никто не знал, что это будущий маршал, он был комбригом у них, Георгий Константинович Жуков, которого дважды он сам раненого выносил через плавни на своем коне. Поэтому медали вот моего отца номер 7 боевого красного знамени, который дается только тогда, когда вы пролили кровь. У моего отца 6 боевых орденов красного знамени. Скажите, пожалуйста, а когда вы почувствовали, что ваша кисть или карандаш не просто рисует, а создает искусство? Ну, вы знаете, вот меня всегда пугают художники, я не буду называть имена, которые говорят, я вот знаком со многими художниками, которые, ну, одни эмигрировали, другие были высланы, как я. Но вот когда художник хватается за голову и говорит, боже мой, мой период там 60-х годов сейчас разбазаривает Россия, там мой период такой, все. То есть, такое вот бережное отношение к своему творчеству, оно всегда чревато последствиями, что художник топчется на месте. То есть если у тебя нет критического начала, настоящего, мощного, серьезного, то ты обречен, так сказать, на прозябание в собственном творчестве. То есть ты не двигаешься. И художник погибал. И вот я ответить на этот вопрос просто не могу, потому что я до сих пор себя считаю вечным учеником, вы понимаете? Поэтому сказать, что и в этот момент я почувствовал, что я творю, понимаете? Но это надо быть болваном просто, понимаете, вообще все. Я творю, я созидаю, понимаете? Я вот не люблю, допустим, когда меня называют по отчеству. Не из-за того, что я, как говорится, пытаюсь быть очень молодым и все. Просто я почти всю свою жизнь прожил за границей. Я вырос в Германии, пусть демократической, но это, как вы понимаете, отличалось все-таки от России. Вот.
Но я живу в тех странах, где нет, не существует отчества, понимаете, вообще. У нас в Америке президент, он там, Джон или это и прочее. А здесь всегда отчество, отчество, отчество. Хотя это не делает людей более значительными. Я всегда вспоминаю знаменитое стихотворение Маяковского. В творчестве нет отчества, потому что творчество всегда отрочество. Вот я себя всегда считаю вечным учеником, и поэтому, так сказать, ни в творчестве, ни в жизни я, так сказать, не признаю отчество. Я считаю, что художник должен всегда идти вперед, а это значит, всегда он должен учиться. Вот в моей мастерской висит лозунг незабвенного и вечно живого Владимира Ильича Ленина: «Учиться, учиться, учиться и еще раз учиться». Но фраза гениальная, верно вообще? Так, у кого еще наболевший вопрос? Уважаемый Михаил, добрый вечер. Вас в советское время исключили из художественного ленинградского училища за несоответствие нормам соцреализма и эстетическое развращение. Если можно, расскажите, пожалуйста, как происходило художественное растлевание кристально чистых советских душ и умов. Спасибо. Да, действительно, я был исключен из средней художественной школы с решением 5-го отдела идеологического, больше никогда не имея права продолжать образование. После исключения из средней художественной школы имени Репина, мы занимались прямо в здании Академии, я очень ценил своих педагогов, очень хотел учиться, но из-за того, что я приехал из Германии, были книги кое-какие интересные, и я очень рано познакомился с Ван Гогом, с Тулуз-Лотреком, с Дега, а в то время это были художники, которые являли собой упадочный лик буржуазной культуры. Мало того, я интересовался, как и многие мои друзья, которые потом узнали этого художника, наверное, вам известно имя такого художника, Матиас Грюневальд, который написал знаменитый «Изенгеймский алтарь». Это то, откуда фактически из изображений вот данного большого мастера 15 века вытек и вытекал весь немецкий экспрессионизм. То есть это фигура Христа, которая зеленовато разлагающегося цвета, который весь пронизан страшными вот этими громадными терниями. То есть это действительно одно из самых страшных трагических изображений, жестоких, распятого человека-бога. Вот. И плюс ко всему, так сказать, вообще он был запрещен, потому что здесь это мистика, там это буржуазное искусство, и даже русская икона, копирование русской иконы не поощрялось, потому что это считалось, опять же, увлечение нездоровой церковной мистикой. Вот. Поэтому я был исключен именно за то, что я просто-напросто показывал ребятам интереснейших мастеров, говорил о том, как это ребята влюблялись в это, мы начинали заниматься явно не тем, чем, так сказать, вообще нас обучали педагоги, и, в общем, нас стали исключать. Но я был как самый ярый такой и самый опасный маленький человечек. Мне было запрещено дальше, было решение не позволить мне учиться. Я сдал с блеском экзамены в Таврическое художественное училище. Когда я, прочитав, что я принят и прочее, прочее, я пришел с этюдником 1 сентября на занятие. Два сотрудника, которые вот занимались мной, они опять же стояли и сказали: мы же вам сказали, вы никогда, нигде не будете учиться, ни в одном заведение вообще советском образовательном. Тогда я подумал, ну ладно, разве, так сказать, не дает в этих, я пойду, так сказать, в немножко антисоветское. Вот, я решил поступить в духовную семинарию. Я стал сдавать экзамены туда. В конце концов, меня вызвал митрополит, когда я уже готов был приступить к занятиям, сказал: вот, к сожалению, к нам приехали сотрудники из Смольного, и сказали, что вот если у вас будет заниматься Шемякин в семинаре, вас ожидает ряд очень неприятных антирелигиозных статей. И говорит: а у нас хватает неприятностей, значит, вообще с атеистическими кругами.
И мы приняли бы с удовольствием. Но давайте так мы делаем. Вы 2 года будете торговать свечами в церкви, вот, прислуживать, убирать там прочее. А потом тихонечко-тихонечко мы через 2-3 года вас ведем, так сказать, в духовную семинарию, и вы будете уже учиться, когда улягутся, так сказать, вообще страсти. Ну, я развернулся, ушел и понял, что учиться мне не дают. Что я мог делать? Быть только чернорабочим, потому что у меня ни профессии, ни образования. Но я решил его продолжать сам и понимал, что мне нужен Эрмитаж. А в Эрмитаже были условия, что если ты становишься чернорабочим, ты получаешь копейки, но тебе дают право копировать. Потому что копирование было очень дорогим. Час – 3 рубля. Моя зарплата была 28 рублей 50 копеек. А копировать нужно год. Надо кем быть, знаете, вообще? Ну, Абрамовичем, для того, чтобы позволить себе, так сказать, копировать. И вот наша бригада, 12 человек, которая обслуживала 2000 комнат, подвалов и прочее, и убирала снег, и помои городские вообще, потому что там же несколько, 2000 сотрудников, как минимум было, все едят, оставляют крошки, объедки и прочее, нужно вывозить помои, мусор, все. Вот я занимался этим, а в свободное время мне давали возможность копировать. Таким образом, так сказать, вообще я занимался самообразованием, потому что я понимал тогда, что без образования профессионального человек не может стать настоящим серьезным художником. Это сегодня многие гордятся, говорят, а я не умею рисовать. Или он рисует только, занимается компьютерной графикой. Я благодарен своим учителям, потому что они действительно за тот короткий срок, пока мне выпало счастье учиться, они меня обучили правильно натягивать холст, грунтовать, рисовать, правильно выбирать модель, мешать краски и прочее. Поэтому, когда я получил государственную премию, то медаль в Вашингтоне я принял из рук, правда, искалеченных, у него там пальцев не хватало. Я думаю, как же он будет мне прикреплять эту медаль, это Ельцин, вот. А он так насобачился, что он так ловко через... полминуты у меня уже вообще эта медаль сияла на груди, а деньги я отдал моим учителям. Именно за то, что они меня учили. Ну вот, так сказать, история моего развращения, так сказать, вообще моих однокашников. Из которых, кстати, у нас был очень интересный выпуск. Я не знаю, вы знаете такого фотографа, его книги продаются и в Москве. Это Валерий Плотников, который сделал несколько томов. Это портреты шестидесятников, семидесятников, восьмидесятников. Это Евгений Барабанов, известнейший искусствовед, живущий здесь. И Солженицын в своей книге «Встречи с замечательными людьми» как раз... У него целая глава посвящена Евгению Барабанову. Это замечательная поэтесса и график, занимающийся ксилографией. Это Ася Вехтлер, живущая в Израиле. Это Олег Григорьев, наверное, так сказать. Вы знаете этого поэта и художника-абсурдиста. Он молодым умер, 50 лет. Но вот там ничего монтёр не отвечал, только тихо ботами качал. Это не народно, а это вот как раз Олег Григорьев. Вышло много его книг, замечательных вообще вот детских стихов и все. То есть у нас были довольно небольшие группы, мы же были дети как бы, типа дети Индиго, у нас были крошечные группы, классы, но тем не менее у нас много ребят что-то сделали. То есть выпуск был довольно любопытный, кого выгнали, кому дали доучиться. Кстати, те, кто доучились, те меньше всего и сделали, они как бы сгинули, а те, кого выгнали... Ну, вы знаете, Каруза выгнали за отсутствие голоса. То же самое произошло с Батистини. Самые большие золотые бельканты, золотые глотки, они, оказывается, так сказать, учились у частных учителей. Так что глупости совершаются не только в России. Добрый вечер. Хотела вас спросить про ваш непростой период жизненный, а именно, когда вас преследовали власти, когда конфисковали картины, вас заключали в психиатрическую больницу. Скажите, как вам удалось сохранить целостность своей личности и жажду творчества? Спасибо. Ну, вы знаете, если мы говорим о сумасшедших домах, то мне повезло, потому что мама меня как инвалида через полгода, видя, что со мной происходит, что со мной делают,
она, так сказать, через адвокатов меня взяла на поруки как инвалида. Это была такая возможность, потому что я был официально посажен на принудительное лечение на 3 года. Но через 3 года вообще из нас, кто через 3? Через год из нас сделали просто овощей. Потому что в 60-м году советская медицина признала диагноз, утвердила, как бы, потому что раньше не было, вялотекущая шизофрения. И фактически вот этот диагноз, вялотекущая шизофрения, это давало возможность упрятать в психушку, ну, любого человека. Потому что я вот с любым из вас поговорю полчаса, в белом халате посижу, и тут же могу вынести, так сказать, вообще приговор, что явно, так сказать, вообще с вашей психикой не в порядке. У каждого же человека свой таракан в голове, верно, так сказать, вообще. Потому что когда одного, я забыл, по-моему, немецкого крупнейшего психиатра, спросили, ну, скажите, пожалуйста, а что такое абсолютно здоровый психический человек? Он на секунду задумался и сказал: монстр, понимаете? Вот. Потому что, ну, нету абсолютно нормальных людей, это были бы роботы, понимаете? У каждого есть какая-то идея, фикс, да, вообще, какие-то свои переживания, кто-то травмирован в детстве, кто-то все, вот. Но это было очень удобно. Есть очень много книг, которые изданы на разных языках и писались разными аналитиками. Так называемая карательная, советская карательная медицина. Вот я, когда меня связали и бросили в психушку, в прямом смысле слова, то я там встретил на отделении в клинике Осипова, это экспериментальная клиника, я встретил аж 4 своих друзей. Там был вот ныне известный, очень сейчас его выставка в Москве происходит, забыл в какой галерее, Александр Ней, настоящая его фамилия, Александр Нежданов. Вот там я встретил также замечательнейшего художника, вот вышла несколько лет тому назад, замечательная томина громадная, 600 страниц, называется «Круг Арефьева». Я там встретил Александра Арефьева. В этой же книге замечательный скульптор Лера Титов, который отсидел 26 лет в лагерях, поэтому как скульптор не состоялся. То есть вот я сразу встретил, ну как моих друзей на одном и том же отделении, как только врачи увидели, что мы знакомы, нас разбросали по разным отделениям, чтобы мы как бы не смогли поддержать друг друга. А карательная медицина – это вещь довольно тяжелая. То есть вас чем-то колят, на вас экспериментируют. И если, конечно, вы задержались немножко на лечении, то обычно оттуда отправляли прямо… Сейчас, правда, это ведущая больница, очень интересная. А в то время отправляли Кащенко, это больница хроников. Ну и там уже, так сказать, вы оканчивали в свои дни среди вам подобных овощей и прочее. Поэтому это был довольно страшный такой эпизод в моей жизни. Но опять же я благодарен судьбе, потому что, во-первых, я ознакомился с очень сложными моментами бытия человеческого. Вот. Где-то стал довольно интересным аналитиком, потому что там были собраны, конечно, кроме тех людей, которые были на принудительном лечении, там были собраны, конечно, как бы сливки сумасшедшего общества со всей России. Если это у вас вялотекущая там, шизофрения, то это явно, так сказать, человек, который бродит, бормочет. Если маниакально-депрессивный психоз, то мы видели перед собой действительно сгусток или маниакальности, или депрессии. Человек лежал, забившись под кровать, вообще плакал, рыдал и каялся во всех смертных грехах и прочее. Это было довольно любопытно. Вот. И первая моя выставка как раз вот состоялась там, в сумасшедшем доме. Меня однажды подняли с кровати за шиворот, привели в большую залу, и я увидел на стенах аудитории, где работали профессора со студентами, в основном это были военные, поверх мундиров были одеты халаты, и я увидел в рамочках своей работы, потому что все, что я рисовал карандашом, значит, у меня отбирали врачи. А потом я понял, что это готовилась моя первая персональная выставка в дурдоме. Так что вот такой был эксперимент. Но опять же говорю, что я никогда не ругаю судьбу, потому что однажды Гогена спросили, правда ли то, что страдания обостряют талант? Вот Гоген тоже на минутку задумался и сказал: да, они обостряют. Когда его слишком много, они его убивают. Ну вот мне посчастливилось, так сказать, и вовремя выскочить из сумасшедшего дома.
И быть арестованным и высланным, хотя, конечно, если бы не вот те сотрудники КГБ 5-го отдела, которые выполняли как бы резолюцию Андропова, очистка духовного пространства, фактически Андропов задумал как бы второй пароход философский, вот который делал Ленин. Вы знаете, что были высланы Бердяев, Ильин, там масса философов было выслано, хотя Ленин имел полную возможность их поставить к стенке, сгноить в лагерях и расстрелять. И то же самое было у Андронова. Он мой друг, который действительно настоящий диссидент, потому что я-то не был диссидентом, я политикой не занимался и вообще брезгую заниматься этим делом. Но вот Буковский, который отсидел полжизни в лагерях, он как раз во время перестройки рылся в документах, ему позволили рыться в документах Центрального комитета. И он обнаружил письмо Андропова в Центральный комитет, которое было предложением начать высылать часть левой интеллигенции, наиболее активной. И там была такая формулировка для очистки духовного пространства от советского, от разной, значит, идеологической мрази. Ну, поскольку я принадлежал к идеологической мрази, вот, так же, как Довлатов и прочее, нас, Максимов, Володя, то есть нас просто быстро-быстро начали арестовывать и высылать. Условия были, конечно, жесткие. Например, мне даже было запрещено попрощаться с родителями. С собой я не имел права взять ничего, даже маленького чемоданчика. То есть вот солдатский полушубок, сапоги и больше ничего. Правда, для того, чтобы я начал вообще свою жизнь, свой бизнес на Западе, мне было Советским Союзом подарено $50. Вот. Вот я так. Вот такая судьба. И тем не менее, я говорю, что, опять же, я говорю, ведь меня же могли послать и в лагеря, или сгноить в сумасшедшем доме, верно? Все. Ну вот, если вы слышали о том, что я еще плюс, кроме балетов, на сегодняшний день еще написал и пьесу. А что вы хлопаете? Вы же ее наверняка не видели. Вот. Но во всяком случае в зале хлопают. Пьеса называется «Нью-Йорк 80 мы». Она идет в театре у замечательнейшего человека, моего друга Стаса Намина, в парке Горького. Вот. Пьеса – это о жизни. Это дневник моей жизни. Это как бы один день жизни Шемякина в Нью-Йорке 80-х годов. Ты моя мерзопакостная, опаздываешь. Смотреть, мне так это все интересно. Какие они, как это все происходит. Поторчать, понимаешь? Будет не в восторге от твоей жизни. Кстати, Юрий, Лёгов, привет, Мишель, привет. Мишенька, папам здесь не место. Да! Там появляется Лимонов, Довлатов, Вайль, Генис, Юра Мамлеев. То есть все люди, которые, так сказать, были сосредоточены в то время в Нью-Йорке. Это было удивительное время. Сейчас это... Остались только воспоминания. Но в 80-е годы как раз вот получилось так, что все изгнанники... Очень интересные люди, необычайные, все, собрались в одной точке. Это был Нью-Йорк. Вообще, труппа Стаса Намина, это их, по-моему, 40 человек. Мне было с ними легко работать, замечательные ребята. Так что, если у вас интерес заглянуть в мир 80-х годов русских изгнанников, вот проследите, потому что время от времени этот спектакль идет. Сейчас мы его хотим вести в БДТ в Петербург. И, конечно, наша мечта, уже мы договариваемся о том, чтобы показать этот спектакль на гастролях в Америке, потому что там это будет тоже очень интересно, и Брайтон-Бич валом повалит, так сказать, вообще смотреть на то, что было в 80-е годы. Добрый вечер, Михаил. Вы сели в самолет и оказались в Париже. Вы улетели один? И кто вам помогал в первое время? Как вы выживали? 10 лет я работал над книгой, которая вышла, по-моему, в прошлом и позапрошлом году. Это где-то 600 страниц, которая называется «Круг Шемякина». Там как раз вот есть очень много интересных глав. Ну, во-первых, это памятник тем 60-м годам. Это люди известные и неизвестные, которые уже ушли, которые сгинули в сумасшедших домах. Я собрал их письма, фотографии.
Очень интересные документы. Вот там как раз есть описание о том, как меня изгоняли, как я прибыл во Францию. Ну, как я уже сказал, я был спасен. И вот в моем спектакле, о котором-то я заговорил, когда ушел в сторону, углубившись в наших персонажей замечательных, которые были в 80-е годы, а там как раз в этом спектакле я пьяный совершенно в неприличном виде на Брайтон-Бич, я поднимаю тост за двух генералов КГБ, за Егерева и за Попова, которые занимались моим изгнанием-спасением. Ну, вы понимаете, что меня могли... Два раза было на меня организовано покушение, я чудом остался жив, потому что, когда я вот занимался своими документами для изгнания, то как раз полковник Попов, в то время он, конечно, был не Попов, я потом уже узнал вообще, он был Смирнов, он сказал, что вы поймите простую вещь, что у нас в нашем отделе существует несколько мнений по поводу вас. Ну, вас это не меня, а все. Вот. Но лично вас, например, есть желание сгноить вас в дурдоме, вы знаете, что это такое, вы уже там побывали. И если вы попадете в лагерь, даже на небольшой срок, мы вам вынуждены будем никогда не дать выйти на свободу. То есть вы будете похоронены там. Поэтому есть одна возможность – бесшумно вылететь, и через 2 месяца вы сообщите родителям, где вы. Но никем, никому, ничего, все. То есть вы вышли из своей квартиры, заперли дверь ключом, но это не квартира, я жил в коммунальной квартире, комнаты напротив кухни, вот. Сядете в самолет и улетите. В то время у меня, правда, была уже выставка в Париже в галерее Дина Верни. Это известная такая дама, может быть, кто-то вас о ней слышал. Она в свое время выставляла первого Шемякина, потом, благодаря моей подсказке, Кабакова, Янкелевского, Булатова. Это дама, которая, так сказать, вообще желала представлять русских художников, нонконформистов на Западе. Мы с ней познакомились в России. Она очень хорошо ко мне относилась и была вообще просто неравнодушна ко мне не только как к художнику. Поэтому, когда я прибыл туда, она мне подарила небольшой замок. Улетал я один, не один. Я сказал, если не отпустите мою собаку, я остаюсь. У меня собака была породистая, и, в общем, мне позволили взять моего боксера с собой. И когда я приехал, она на второй день, на третий день мне предложила такой контракт, что я, будучи полным, как говорят сегодня в России, лохом, да, я понял, что заключить контракт на 10 лет, и плюс ко всему самое страшное было в том, что я обязан был выполнять ее указания, что делать, знаете. И я вернул неподписанный контракт, она прекрасно говорила по-русски, она сама еврейская девочка из Одессы. Я сказал, Диночка, я говорю, я поменял клетку железную не для того, чтобы сидеть в золотой. Поэтому вот тебе ключ. Я торжественно вернул ключ на такой серебряной цепи от этого замка и сказал, что я не буду пользоваться ни подарком, ничем. Я ухожу. На что она мне сказала вообще? Она такая смешная была, такой маленький пузырь. Ты маленький человек, советский, ты попал, она немножко, конечно, не совсем чисто говорила, ты попал в каменные капиталистические джангли, и ты приползешь ко мне на коленях через 3 дня с требованием, просьбой, умолять, значит, вообще об этом контракте. Я сказал, я говорю, Дина, да. Ты правильно сказала, говорит, что я советский человек. Но у нас, я говорю, есть такой стишок, и почти что песня. Я говорю, у советских есть особенная гордость. На буржуев смотрим свысока. Вот. Я говорю, поэтому ты заберись на башню вот, своего замка. Я говорю, возьми подзорную трубу и смотри, когда я появлюсь на коленях на горизонте. Я говорю, ты будешь долго-долго ждать. Конечно, я никогда не вернулся. Конечно, было очень тяжело начинать. Ну, достаточно сказать, что я начал в заброшенном клубе. До этого, Дина, мы развелись с моей супругой.
Вот, и Дина привезла туда и нещадно эксплуатировала мою супругу, которая красила мои гравюры, которые она вывозила. Дина продавала вообще все. Фактически она меня обокрала. То есть, и я хотел затеять процесс, меня отговорили, и мой адвокат, как сейчас помню, сказал: «Месье Шемякин, вы делаете громадную глупость. Она должна вам большие деньги. Вы можете купить мастерскую, вообще все. И вы будете всю жизнь вспоминать о том, какую глупость вы совершили». И вот я по сей день, уже Дина ушла из этого мира, но я все вспоминаю, сколько неприятностей она мне принесла и какую глупость я действительно совершил. Потому что я сказал, я не хочу начинать со скандала. Вот. И я начинал в заброшенном клубе, окна были забиты фанерой, а туалет находился в соседнем дворе в подвале. Для того, чтобы свести ребенка туда, я брал дубину, потому что там сновали крысы громадные. А горячей воды не было, кухни не было, газа не было вообще. Не было ничего фактически. Нам дали две кровати этих железных солдатских, дали плитку, чайник, несколько пластиковых стаканов, сказали: вот, начинайте жить. У нас другого для вас нет, потому что Россия не выплачивает денег для того, чтобы вы жили в городе искусств, Сите-де-Зар. Вот у нас есть заброшенный клуб, ну, вам как нищему, значит, бывшему советскому, мы можем дать этот клуб. Хотите — живите там, хотите — нет, уходите на улицу. Это был февраль месяц, холод, мы забили окна. В общем, одним словом, начинал я очень тяжело, опять же говорю это, я говорю не для того, чтобы сказать, какой я несчастный и прочее. Я хочу сказать, что меня это не пугало. То есть я и так вырастал в довольно сложных условиях, и для меня самое главное было, что я очутился в свободном мире, что напротив не висит портрет Ленина, что к тебе не врываются, так сказать, вообще с обыском, иногда даже без ордера на обыск, что ты не трясешься, что тебя в любую минуту, когда приезжает Фидель Кастро или кто-нибудь, обычно, так сказать, людей, которые прошли сумасшедшие дома, нас на всякий случай упрятывали туда-обратно. А мало ли, мы выскочим, так сказать, с криками «Долой советскую власть!». Поэтому объезжали машины, и всех, так сказать, вообще психически неуравновешенных людей забирали на пока визит это, а там иногда и задерживали. Поэтому ты всегда трясешься, за тобой могут приехать, не приехать. А я в свободной мире, понимаете, поэтому я очень легко все воспринимал, ничего, так сказать, вообще меня не пугало. И вот даже есть у меня сохранилась такая статья, называется «Шемякин на Рено», когда меня однажды журналисты спросили: а что бы вы делали, если бы не нашли какие-то там жалкие галереи, которые там давали мне какие-то копейки, чтобы выжить потом. Я сказал: ну что, пошел бы на Рено. Я 5 лет отработал грузчиком, работал бы, грузил там шины, там вертел бы гайки. То есть меня не пугало вообще ничего. Поэтому, знаете, те люди, которые приехали с каким-то расчетом, знаете, мы же были, как говорится, совершенно неофиты. Мы думали, что на Западе вообще все чисто. То есть мы-то Запад воспринимали по рекламам журнальным. Я первый раз, когда увидел, что собака нагадила на улице в Париже, я озадаченно стоял и смотрел, думаю: боже мой, как это так? Я же привык к тому, что улицы чуть ли не вымыты мылом, да, вообще. А здесь валяется в моче, воняет клошар. А здесь идет какая-то нищая. А здесь бумага грязная валяется. То есть я был шокирован, потому что наше впечатление о Западе было совершенно искаженный. Во-первых, если ты диссидент, как многие считали, тебя ждут, вот, а мы никому нахрен не нужны по сегодняшний день. Вот. А самое главное, так сказать, мы думали, что это какой-то рай фантастический, что там же реальная жизнь своя. И я с ней столкнулся, но она меня не пугала. Понимаете? Добрый вечер, Михаил. У меня вопрос о Гофмане. По его сказкам вы писали картины, делали скульптуры, даже мультфильм. Почему он вас так вдохновляет? И считаете ли вы его актуальным на данный момент? Спасибо. Ну, во-первых, я же уже сказал, что я вырос в Германии. Да? Естественно, так сказать, мне Гофман, как и все немецкие романтики, и Кляйст, и Тик, они очень близки были с детских лет. Вот. И второе, это действительно просто мой любимый писатель. Я очень люблю его мир. Он оказал колоссальное влияние. Именно не Тик, не Кляйст, а именно Гофман, как никто из немецких романтиков, оказал влияние на русскую
интеллигенцию, на русскую литературу. Ну, взять Чиянова или, допустим, взять, в чем сам признавался, это Достоевский, его двойник. Но это же чистой воды Гофман. Гоголь испытал влияние. То есть очень много. Ну и не говоря о том, что замечательнейший Михаил Слонимский, писатель, а я работаю уже много лет с его замечательным сыном и великолепнейшим композитором Сергеем Михайловичем Слонимским, он был основателем вместе с Зощенко общества «Серапионовы братья». Ну, вы знаете, это термин, который они взяли из книг Гофмана. Вот. Поэтому мое вот обращение к Гофману в иллюстрациях, это было вполне естественно, хотя мне их никто не заказывал. Вот. А однажды мне позвонил Гергиев и попросил сделать новую версию «Щелкунчика». Это же опять же Гофман. Я отказался, потому что я небольшой любитель был балета. И я всегда мечтал поработать там с операми. Но тем не менее, так сказать, когда я прослушал его версию, я понял, что мы на пороге нового открытия Чайковского, которым никто не знает. Потому что из-за каприз балерин темпы снижались, так сказать, помедленнее. И, так сказать, мы потеряли громадную трагическую симфонию, вот, которую в своем исполнении Гергиев возродил и сказал: ты не отказывайся, ты вот прослушай мою новую версию, купи в Америке, тут же говорит, и я думаю, что ты согласишься. И прослушав его версию, я согласился. И мы создали того Щелкунчика, в чем была просьба его, чтобы вывести вот это уникальное произведение музыкальное из состояния детского утренника. Потому что обычно Щелкунчик, вот эта гениальная музыка, ну как, прошел Новый год, вагановцы там потанцевали, бабушки и мамы поплакали, так сказать, вообще в зале, и кончено, так сказать, вообще. И мы до следующего Нового года не слышим это и не видим. Мой Щелкунчик мы показываем в мае, в ноябре, в любое время года, потому что он выпал вот из этого детского утренника. Поэтому, когда мы говорили с Гериком, он говорил: ради бога, елку только убери вообще куда-нибудь, все. И у меня елка там на заднем плане, а на передней вышел мир крыс, который дети обожают. Хотя, вы знаете, у нас журналистика не очень приветливая. Я могу сказать только одно. Я нигде таких гадостей о себе не читал, так сказать, вообще, как на родном русском языке. Кто-то узнал о том, что у меня снежинки черные. Я помню, была статья, заголовок такой, знаете, «Шемякин привез из Америки экологически грязный снег». Вот. Гергиев сказал: что бы ни писали, мы можем Щелкунчика Шемякинского показывать 3 месяца подряд, и у нас будет заполнен зал. Так что вот мой Гофман. Здравствуйте. Мне известно, что ваш любимый герой – это Петр Первый. А почему именно он? Ну, он не единственный вообще герой моей жизни. Просто из русских императоров я, конечно, так сказать, вообще больше всего люблю Петра Первого. Ну, во-первых, как его не ругают славянофилы, что он завел Россию в сторону европеизма вообще, что он мерзавец, негодяй и прочее, погубил, так сказать, растоптал русскую идею. На самом деле это человек, который для меня всегда являлся и вдохновителем, и загадкой. Ну, во-первых, своим своеобразным безумием. Он создатель вот этого всепьянейшего собора и карнавалов Санкт-Петербурга. Относился он к этому, ну, буквально, наверное, как Гергиев к своему оркестру, потому что я очень много читал жизнеописания его, и даже в момент боя он, оказывается, сидел в палатке по ночам и писал, в каком костюме должны явиться на карнавал, и, допустим, князья Голицыны. Обязательно в китайских костюмах, как сейчас помню, играть на китайских дудочках, а въехать, по-моему, они должны были въехать на медведе, которые запряжены сани. Сам он иногда являлся на всепьянейший собор, у меня даже есть рисунок, он оседлывал громадного Борова вообще и въезжал туда, значит, в маскарадном костюме. То есть это был уникальный какой-то такой странный персонаж, не говоря о том, что это создатель первого российского флота, регулярной армии,
реформы, допустим, там, алфавита и прочее, это был колоссальный реформатор, и для меня один, несмотря на всю жестокость, которую ему приписывают, во-первых, человек, который владел 14 профессиями, не гнушался простого труда, царь плотник и прочее, как мы знаем, да, но плюс ко всему, для него не существовало титулов. Знаете, там кто-то кричал, я там дворянин, я тот, другой, третий. Он, не забываем, что он министром финансов сделал еврея Шафирова, который, так сказать, долгие годы с ним шел по жизни, продавца пирогами с зайчатиным Меньшикова, он, так сказать, вообще сделал губернатором Санкт-Петербурга, калмыка он сделал чуть ли не адмиралом, который управлял уже впоследствии флотом, вы понимаете, то есть вот это его отношение к человеку прежде всего не твое происхождение, а то, что ты можешь, это делало его, конечно, вот в моих глазах, по крайней мере, уникальнейшим императором. Много легенд связано с моим Петром Первым. Действительно, на сегодняшний день он уже огорожен. К нему нельзя подойти, потому что он настолько протерт. Вы знаете, я вот сталкивался иногда во время моих путешествий по Италии, к сожалению, немногочисленных, я сталкивался с религиозными скульптурами. И там из-за того, что миллионы людей труд, чтобы получить какую-то благодать, и ты видишь дырочку небольшую в бронзе, которая протерта руками, понимаете, все. И на сегодняшний день, конечно, у Петра Первого это не религиозная скульптура, просто у людей есть какие-то мифы, что если потер левую руку, будут деньги, правую какие-то блага. Потом, если ты посидишь, так сказать, вообще на коленях у Петра Первого, потрешься о него задом, значит, вообще ты потеряешь невинность безболезненно, поэтому там все время сидят девушки. Ну вот, и поэтому эти все легенды создали вот эту нездоровую атмосферу вокруг Петра Первого. Вот. И сейчас уже просто сделали заголовок, что на нем нельзя ни сидеть, ни верхом скакать. Хотя, на самом деле, мне всегда это очень нравилось. Я как бы не поклонник вот таких гигантоманий, как страдают некоторые скульпторы. Вот. А я считаю, что памятник, он должен быть где-то контактным, чтобы ты мог видеть, может быть, даже его потрогать. Мне очень нравилось это. Но, к сожалению, так сказать, вообще власти решили, и я уже, так сказать, здесь бессилен. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему в своей композиции «Дети, жертвы пороков взрослых» вы выбрали такие пороки, как наркомания, проституция, а не злость и зависть? Спасибо. Ну, вы знаете что, я сейчас просто вкратце опишу историю создания этого памятника. Меня вызвал в то время, он был мэром города Москвы, Юрий Михайлович Лужков, и просто заказал мне этот памятник. То есть фактически я никаких пороков не выбирал и не обозначал. Мне пороки были предоставлены, так сказать, вообще на бумажке мэром города. Но нормально говорить о детской зависти, о злости, то есть смешно, мы не можем назвать это пороки, тем более, что ведь название памятника «Дети – жертвы пороков взрослых», понимаете? Это немножко, так сказать, из другой оперы. А вот я был озадачен вообще, как этот памятник воплотить, потому что когда я увидел садизм, жестокость и прочее вообще, все как, потому что люди привыкли к реалистическому изображению. Я что, должен был Чикатило портрет вылепить и все? Я обратился в течение полугода, я искал материалы и даже не давал согласия на то, что я буду работать над этим памятником, потому что я понимал, что лобовое решение отпадает. Вот. Но мне помогли, как всегда, старые мастера. Я стал искать старую символику, старые обозначения пороков, и вдруг выяснилось, что отсутствие образования – это танцующий осел с погремушкой. Допустим, разврат, включая, так сказать, вообще соблазнение детей, это женщина в виде лягухи или жабы. Вот. Ну и остальные, так же, как самый центральный порок, который в виде гроба изображался, это равнодушие, от которого идет все. Единственное, на что мне пришлось новое сделать, это что мы преподнесли в 20 веке, и сегодня преподносим эти подарки, это наркомания.
Потому что в 19 веке, так сказать, вообще никто не мог предположить, что ребенок сядет на иглу или будет жрать какие-нибудь там экстази или какие-нибудь другие таблетки. Здесь мне пришлось придумать нового ангела смерти, потому что ничто, конечно, так не страшно, как война для детей, и ничто так не страшно, как наркомания. Это фактически у меня два ангела смерти стоят, у которых вместо крыльев увеличенные косы. Вот. Вот такая история памятника. Хотя он претерпел много нападок, потому что начались заявки, что, так сказать, вообще каким-то образом это памятник злу. Я просто сказал тогда: господа, берите в руки деготь, черную краску и начинайте замазывать изображение, так сказать, вообще дьявола на его пасти, на иконах страшного суда. Замазываете бесов, которых изгоняет Никита Бесогон. И много-много чего, так сказать, можно ходить, вообще замазывать, замазывать и замазывать. О чем это говорит? Памятник сделан для того, чтобы напомнить о том, что мы творим с детьми. Понимаете, все. Это как раз напоминание. Я очень рад, что, например, вот я сейчас недавно, мы узнали, уже связались с этими людьми, потому что я сейчас работаю над как бы спектаклем на данную тему. Но приехали сюда, к нам в Москву, группа ирландских музыкантов, и композиторы, и музыканты были настолько потрясены этим памятником, что они сделали целую программу, 13 номеров, 13 пороков. И они исполняют эти музыкальные произведения сейчас и в Шотландии, и в Ирландии, и в Англии, понимаете? Я был этим просто-напросто очень обрадован, потрясен. Сейчас мы вернулись с фестиваля «Уральский перепляс», и там хореографы молодые сделали несколько сценографий хореографических на тему данного памятника. То есть интерес к нему большой, и это самое главное. Мы обращаем внимание на трагедию детей, потому что меня часто спрашивают, почему у вас висит на стене в вашем фонде большой портрет Феликса Дзержинского. Обычно я так отвечаю, что если бы сегодня был бы жив Феликс, у нас бы в Петербурге не было 50 тысяч бездомных детей. И тысячи, и десятки тысяч бездомных детей в Москве. Я надеюсь, я не разочаровал вас своими ответами. Может быть, не впопад отвечал, а может быть, и впопад. Но, во всяком случае, я думаю, что вопросы были очень интересные. И мы бы, если бы не временное ограничение, мы бы с вами еще, наверное, могли говорить, говорить и говорить. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.